Инновации порождают возникновение новых услуг. Криптопосредники предлагают помощь в ускорении зависших операций перевода в сети биткоин. Рост популярности криптовалюты и увеличение количества биткоин-транзакций привели к предельному заполнению блоков и возникновению пробок при осуществлении переводов. Это дало толчок к появлению на крипторынке услуг содействия в получении зависших биткоинов за вознаграждение в кратчайшие сроки. В знак благодарности за помощь в продвижении по биткоин-очереди посредники просят от 5% от зависшей суммы. По словам источника, который пожелал остаться неизвестным, криптопомощниками в осуществлении таких операций выступают майнинговые пулы.